Зачем вы едете на МФА? Цензура. Нет, цензура, цензура. Товарищ, йоу, зачем вы едете на МФА? Чтобы всех вынести москвичей. Вот злодей. Шака? Что? Зачем ты едешь в эту деревню? А еще раз, мы не расслышали. За компанию. За компанию. Кошмар. А если все будут прыгать или с крыши, ты тоже за компанию? Товарищ. Робобобер. Зачем вы едете? Так. Можно не спрашивать. Ты ему расскажи. Куда же вы едете? Типа, товарищ Сымы. Он тебе объявляет два анимачи. Я думаю, выиграл 8 анимачей из 8. И ну все? И пару чемпионатов. Он едет за деньгами. Скромный. Скромненький, да, парень. Все. Давай. Давай. Суприм едет выиграть. Ты что, со мной едешь, что ли? Я должен заехать. Нет? Что? Ну, возьми у Бобра Кока-Колу. А ее уже нет. Ты же ее производишь. Ну так зачем же вы направляетесь? Да. В деревню. Да, в деревню. У бабушки. Бабушки, да, чтоб дедушки все рассказали. Здесь он прав. Ясненько. О! Ну, что тебе надо? Где-то я ваше лицо уже видел. USA всегда жжет, запомнил. Жгун. Нас да, много, и мы размножаемся. Понравился? С такими мы не связываемся. Багаж едет рисовать. Следующий. За компанию, да. Давай. Офигенно, что ты Америка. Блин, сколько у вас алкоголиков-то здесь? Видно, не один я такой. Ты главный. Ну, ладно. Наша... Риза. Да. А надо в другой...